С 5 по 7 июля в Воронежском государственном университете прошла международная научная конференция «Европейская идентичность и политические вызовы. Новый взгляд и старые традиции». Мероприятие организовано в рамках проектов европейских программ «Европейская идентичность и политические изменения» и «Европейский путь для России. За и против». Научный коллектив включил в себя ведущих исследователей стран Европейского Союза – Франции, Германии, Великобритании, Италии, Бельгии, Венгрии, 7 университетов и исследовательских центров различных регионов России и Молдовы. Для меня честь выступить на открытии нашей встречи, приветствовать вас от имени Института Европы, от имени Ассоциации европейских исследований, от имени Совета профессоров РАН. Я думаю, что такие встречи не столь часто проходят в России в таком широком международном формате и на университетской площадке, которая тоже по-своему уникальна, потому что Воронежский университет один из лидеров в продвижении того, что мы называем европейские исследования. Европеистика. В России работают центры России и Евросоюза, которые в каждом городе, где они были созданы, называются по-разному, но их цель едина – это находить больше взаимопонимания на уровне исследователей и общества в целом между Россией и нашими соседями по Европе. Вы знаете, что в этом году по инициативе делегации Евросоюза была создана сеть экспертов «Россия ЕС». Проведено уже было, насколько я помню, 4 встречи. 5-я встреча намечена на октябрь. И это тоже еще один формат, в котором мы обсуждаем отношения между Россией и Евросоюзом и ситуацию в Европе в целом. Как видят Европу сегодняшние европейцы? Как изменились границы европейской цивилизации на современной геополитической карте мира? Какие ценности готовы защищать европейцы сегодня? Все эти вопросы стали предметом обсуждения. Мероприятие стало дискуссионной площадкой для экспертов в области европейских исследований, международных отношений, политологии, международного права, социологии и истории из крупнейших вузов и научных институтов Европейского Союза. Напомним, что Воронежский государственный университет – один из ведущих вузов России по количеству реализуемых международных проектов, получивших поддержку в рамках таких проектов. Программ Европейского Союза, как Темпус, Erasmus, 7-я и 6-я рамочные программы по развитию науки и технологий. Мы работаем с Воронежским государственным университетом, сотрудничаем уже на протяжении 10 лет. И мне хотелось бы сказать, что всегда Воронежский университет показывает высокий уровень развития в плане науки. Также, как университет Лювена, мы очень ценим тот подход, который есть у вашего университета к студентам. И особо мне хочется подчеркнуть качество образования, которое дает Воронежский университет. И следует отметить высокую профессиональную подготовку студентов лингвистических факультетов.